Привет, с вами Кононова Аня, и сегодня мы вместе с Ираидой Геннадьевной покажем вам несколько моделек одежды, которые нам подошли, мы их оставляем. Вот, сейчас на мне блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет белый, размер 48, она идет 100% полиэстер. Значит, вот так вот она не тянется нисколечко, и я думала, что она мне будет или мала, или велика, но, как видите, она очень хорошо на фигуре села. Единственное, что сзади она просвечивает сильно. Вот я специально не обрезала сейчас бирочку. Я думаю, вам видно, как она просвечивает сзади сильно. Да, вот зад длиннее, чем перед немножко, но в целом мне, в принципе, она очень понравилась. Она сидит на мне хорошо. Вот дополнение шла такая вот пуговка. Да, сзади тоже вот тут вот на рукавчике такая вот пуговка маленькая, небольшая. Видно, Антох? Да. Да, видно, меня муж снимает. Да, то есть вот такая вот небольшая пуговка. И сзади тоже как бы идет на пуговке. Вот такой разрезик тут идет. А тоже пуговка такая небольшая. Запасная пуговка, я так понимаю, к рукаву. Если там потеряете, то уже ого-го. Да, ну вот, в принципе, такая вот кофточка. А также мы Ираиде Геннадьевне заказали юбку. Вот, юбка серая. Это уже старая коллекция, но она нам идет. Мы немножко с гипсом, не обращайте внимания. Да, то есть вот этой вот очень хорошо приталивает все, и я думаю, что нам она очень даже понравилась изначально. Да, то есть тут можно расстегивать, застегивать эту юбочку. На складе она еще есть. Тут кармашки типа обмашки. Да, то есть можно расстегнуть, застегнуть. Да, вот в этом вот. А сзади она просто прямая. Да, и тут также можно расстегнуть, застегнуть. Вот. Очень даже хорошо села. Аккуратненько. Да, нормально все. Вот. И мы решили ее оставить. Сейчас на нас трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 192-831. Цвет черный. Размер 44. То есть он немножечко идет больше мерочка. Вот. Какой размер носим? 50. 52 мы носим размер, но оно село на нас очень хорошо. Состав 94% акрил, 6% люрекс. Вот такая вот вещица. В составе еще идет дополнительная одна пуговка. Вот я ее вижу, очень даже интересная, квадратная. Да, тут вот по периметру идут квадратные пуговки. Он не застегивается. Если хочется, можно, конечно, поясочек какой-нибудь придумать. Но самое интересное, что он стройнит. Он силуэт, как даже сказать, удлиняет, да, силуэт выпрямляет, выдлиняет, сразу осанка появляется. В принципе, очень даже симпатично. Как вам? Очень понравилось. Очень понравилось, да? Ну, вот так вот. Давайте задом, боком покружимся. Ну, да, очень хорошо смотрится. Да, очень хорошо. Сейчас на мне блузка из крепа с воланами. Цвет фуксия. 157W2626. Размер у меня идет. Так, а какой там размер? 48. 48, да? Велика, очень велика. Блузка вот 48-го подошла, а эта она мне велика. Честно скажу, тут у меня все на булавочке. Вот, и, ну, не нравится она мне, что ли, да? Не знаю даже. Ну, она хорошо приталивает все, но вот эти рукава я считаю лишним. Но наложить салат за каким-то застольем, я думаю, вряд ли у вас получится. Вот, вещь, в принципе, не дешевая, смотрится очень даже хорошо, но вот вы знаете, вот тут вот мне надо больше запаха, чтобы не открывалась грудь, вот, поэтому только булавочка меня тут спасла, мне надо вот так, наверное, примерно, тут очень-очень свободно, но если ее дернуть, не, вот, не знаю, мне кажется, на размер побольше будет красивее. Ну, а вы как думаете? Пальто для женщины сейчас на Ираиде Геннадьевне. Цвет темно-серый меланж. Размер 48. Состав 88 полиэстер, 10 вискозы, 2 эластан. Подкладка 100% полиэстер. Артикул 192-760. В принципе, пальто очень симпатичное. Я его заказывала для себя.
Но, так, но оно мне оказалось велико, и такую красоту, ну, просто жалко отправлять на возврат. Поэтому ко мне приехала свекровь, мы ее померили, и у нас, в принципе, все хорошо получилось. Его можно носить в нескольких вариантах. Можете поставить воротничок, да, ну понятно, что оно не отпалено еще. Можете поставить воротничок и тут завязать этот, как его, шарфик, да, к примеру. Также оно мягкое, оно, я не скажу, что сильно плотное, легкое, да? Легкое, да. Легкое пальтишко, то есть на плюс. На плюс сколько, интересно? Плюс, наверное. Это можно. Плюс, вполне, да. Плюс 5, да, где-то да, так, да, да, вот да, на плюс 5 да, он да. идет. Рукава отличные, пояс замечательный, смотрится просто очень хорошо. Длина прям самое то. Так. Не маркая, кстати. Вот, тут оно идет на двух пуговках. Пуговки тоже. А заклепочки такие красивые, обработанные тканью, то есть все так сделано классно. Да, подклад блестящий, обычный, тут аннотация, как за ним следить, ухаживать. Ну, в общем, вещичка классная, осталось отпарить и носить. Да, великолепно. Да, мне очень, да, мне понравилось. Комфортно. Да, здорово. А на мне сейчас платье с укороченным рукавом для женщины. Это Юдашкин. Да, как всегда, Юдашкин жжет. Очень красиво, здорово, классно. А цвет ярко-синий, размер 48. А тут идет 58 полиэстер, 38 вискозы, 4 эластан, 100% полиэстер подкладка. Ну, подкладка у него такая вот тянущаяся, простенькая. Как-то раз... Компания Faberlic выпускала платье, где не было, как вам даже сказать, нормальной подкладки, да, то есть платье как раз, подкладка где-то стягивала, утягивала, сейчас эта подкладка эластичная стала, очень удобная, поэтому не бойтесь заказывать, потому что есть возврат в течение 21 дня, в Беларуси в течение 14 дней, а в других странах в течение 21 дня. Очень удобно, очень классное такое платьишко, мне оно понравилось, единственное, что тут какую-то надо висюльку красивую, и я думаю, что можно с поясочком, и какая-нибудь сумочка, и вообще вот здорово. Артикул 195-354. Вот, посмотрите, пожалуйста. Сейчас вот на мне платье с укороченным рукавом для женщины. Цвет темно-синий, размер 48, 100% полиэстер. 95% полиэстер идет подкладочкой, 5% эластан. Да, то есть вот такая вот подкладка классная. Она, кстати, не тянется, но она такая свободненькая, хорошенькая. Все здорово. Да, то есть платье, вот на каких каблучищах я его надела, чтобы оно мне было как раз. Ну, каблуки это мои, и я, в принципе, хожу в них хорошо. Единственное нарекание к этому платью, я его оставляю. Оно красивое, оно классное. Вот, вот тут вот немножечко вот в этом месте великовато. Да, вот тут немножко идет, но это ничего страшного. Да, это ничего страшного. Главное, что спину не обтягивает. Нет, нет, нет. По спине очень хорошо смотрится, никаких там кошелей, ничего не висит. Ну и, конечно, оно стоит этих денег. Это просто шикарное платье. Декольте в меру, да, то есть не сильно открывает. Я вот очень не люблю открытое платье. Ну и странит, и животик как будто немножко в нем подтянулся. И все как бы, ну, мне очень-очень нравится. И еще мы хотим показать платье. Да, платье трикотажное, платье с укороченным рукавом для женщины. Да, тут такие бархатные заточечки идут. Это цвет фуксия, размер 48, 95% полиэстер, 5% эластан. Подкладки нет у платья. Да, то есть, ну, тоже хорошенькое платьишко, оно не просвечивает, оно в коже в нем дышит. Да, дышит. Ну, как, нравится? Да, очень нравится. Да, где надо оно. Да. Приталивает. Да. Встань на камеру, покажись. Вот, где надо, оно приталивает, где не надо, немножко скрывает. Вот, и что хочется сказать про него. Себе заказывала, но оно большемерка. 48 размер, я в нем просто утонула. Вот реально утонула. Вот если это на мне 48-го, то оно только длиной немножечко и вот тут чуть-чуть висит. Да? То есть если бы я заказала 46, я думаю, что я бы не ошиблась. Конечно, и то вот немножечко, вот когда я делаю руки назад, в груди натягивается. Да?
Вот, сзади тоже все хорошо, все. А вот это платье велико очень сильно было. Прямо я в нем утонула. И я вижу, что это мне по фигурке сидит, а вот это платье прям вообще, как вот балахон какой-то был. Поэтому вот это платье цвет фуксию заказывайте себе на размер меньше, не ошибетесь. Ну, в принципе, есть возврат, даже если ошибетесь, ничего страшного. Сейчас на нашей красавице Катюшке платье без рукавов для женщины, цвет черный, размер 42. Состав вверх 100% полиэстер и подкладка тоже 100% полиэстер. Очень довольны платьем, отличное качество, артикул 195-450. Вот, пришлось нам применить вот такой вот антистатик от компании Faberlic 112-62. Отличный, он не под давлением, он не оставляет следов, да, то есть распылять его на расстоянии 20-30 сантиметров, что очень-очень-очень удобно. И вот тут вот я не пропшикала, как видите, оно начало электризоваться. А так он, вот видите, уже все хорошо, да, то есть он работает замечательно. Что хочу сказать про платье. Пояс красивый, тут такие вот вставочки, носить его нужно с нижним бельем балконет. Тут, значит, у нас подклад платья черное, а тут сеточка сверху, да, рукавчики идут 3/4 гипюрчик, юбочки, да, вот первая юбка, вторая юбка, так, и где-то там третья юбка. Так, третья юбочка у нас очень хорошо тянется, да, то есть и вот тут вот талии тоже хорошо тянется. Платье очень хорошо приталивает. Нам немножко великовато, надо было заказывать 40-й размер. По длине нам подошло идеально, здорово. Катюш, повернись боком. Да, вот, а что хочется тут сказать. Сзади у нас молния до самой попы, по-моему, вот отсюда до сюда здоровенная длинная молния. Все очень красиво, здорово, в общем, я довольна. И не в обтяжку, и осанка сразу такая появляется, да, то есть и прям талия такая, ну, в общем, очень красиво. Также, конечно, хотелось бы показать Катюшины волосики и сказать, что мы покрасили новой краской. Стойкая крем-краска с аминокислотами шелка. Тон 735 королевская манго. Глубокий насыщенный цвет, да, как вы видите, очень красиво. Мы на эту копну израсходовали три упаковочки. Я заказала 4, думала, не хватит, вот одна осталась лишняя. Да, то есть 735 королевская манго, 100% закрашивание седины, ну, у Катерины ее нет. И бережное окрашивание и уход. На самом деле бережное окрашивание, волосики струятся, очень хорошо стали блестеть. Особенно макушка вот в этом месте, они прям переливаются. Они как будто стали, я не знаю, видно, не видно на камеру, но они как будто переливаются, они такие, знаете, зеркальные стали. И они мягкие, очень приятные. Конечно, мы используем сейчас масочку восстановления кератина и хотим по талию, да, у меня волосы, видите, по попу, да, мне все время спрашивают в моих видеообзорах: Аня, зачем тебе с твоей короткой стрижкой столько шампуней и столько масок? Вот зачем. У меня есть дочь, у которой длиннющие волосы, шикарные волосы. И вот сейчас мы ей будем вот так по талию обрезать волосики. Вот, и опять-таки укоротим, но шампунь будет меньше уходить. Буду меньше заказывать. Вот, значит, что тут входит в состав? В состав входит сама краска. Применение легкущее, простущее. Вот этот тюбик выдавливаете, открываете, выдавливаете сюда. Потом вот эту кружечку откручиваете и потихонечку наносите как бы на корни волос и расчесываете расческой. Мы, в принципе, в домашних условиях все это сделали. А также идут перчатки, довольно-таки крепкие мне хватило. Все Катины волосы прокрасить, и двое перчаток еще осталось. Лежит, также идет аннотация, написано не смывать шампунем, а смывать просто водой. Далее, значит, вот такая вот штучка идет, восстанавливающий флюид после окрашивания с аминокислотами. Мы потратили все три, не скажу, что нам хватило, поэтому мы еще делали маску. За однаким уже, потому что, ну, не хватает. Вот эта маленькая штучка, три, да, их было три, мы их разрезали, выдавили на волосы.
нравился, но на волосы не хватило нам. Вот, ну, в принципе, вот посмотрите, какие волосики, какие они классные, да, и я хочу сказать, что она как бы от природы у нас Катюшка рыжая, шатенка, да, ну, просто мы ей сделали более яркий такой классный насыщенный цвет. Цвет сейчас мы с волосами ничего не делали, никакую прическу, мы просто их высушили феном, да, то есть высушили феном, чтобы вы могли посмотреть. Красили мы голову, Катюш, вчера, да? Позавчера мы красили голову, и вот такие вот, такой вот цвет классный получился. Но волосы, вот я сейчас сижу, смотрю, они как зеркало, они блестят, они красивые, и они мягкие, как будто, вот вы знаете, как будто мы их и не красили, они такие хорошие. Но у Катюши, видите, тонкий волос, но густой, и я боялась, что краска может попортить нашу красоту, а Катерина, ну прям вот пристала к маме, покрась меня и все тут. Да. Вот, и так получилось, что все-таки я уступила через несколько месяцев раздумий и решила, что я не пожалела, да, то есть, ну, мне нравится. Сейчас на наш трикотажный джемпер для женщины, артикул 194-645, цвет молочный, размер 42, 40% вискоза, 45% нейлон и 8% шерсть. Вот, в принципе, все хорошо. Я не знаю, нареканий у меня никаких нет, очень нравится крупная вязка, очень нравится вот этот вот орнамент, все хорошо, но вот Катерине что-то эта кофта не понравилась, не хочет носить и все. Кать, почему? Не знаю. Не знаешь сама, но не нравится и все ребенку. Ну так что ж, ладно. Эй, девочка, я хочу платье. Да, платье она, конечно, предыдущее заказала сама. А на мне блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет черный, размер 48, 100% полиэстер, 95% полиэстер. Подкладка с эластаном идет, да, то есть артикул 195-608. Нареканий к блузочке вообще никаких абсолютно нету, буду носить с удовольствием. И, если честно, я очень довольна этой, да, этой вещицей. Тут такая голубая идет подкладочка, она очень хорошо тянется, то есть она вам сядет по фигуре. Сам гипюр тянется, но только вот как бы вот так, а поперек нет. Классный рисунок, смотрится прямо просто великолепно. В этой блузке я буду себя чувствовать уютно и в магазин, когда пойду, и гости ко мне придут, и она удобная, да, то есть я могу в ней нагнуться, у меня тут все закрыто, да, это, как его называется там, горловина идет лодочкой, очень красиво, очень удобно, стильно, классно, и подойдет, в принципе, и под черную юбку, и под белую юбку, да, то есть вот, вообще, я нарадоваться не могу. А как вам? Сейчас на Катерине трикотажный джемпер с укороченным рукавом для женщины. Цвет фуксия, размер 42, 40% акрил, 30 нейлон, 20 вискоза, 10 ангора состав. Артикул 195-495. Катюш, ну, давай описывай свои ощущения. Она мягкая, удобная, ну, такая, класс. Ну, а что ж ты тогда на возврат ты отправляешь? Не знаю. Рукава не нравятся? Да, мне не нравятся рукава. Да, то есть не понравились рукава, да, то есть все хорошо, все здорово, цвет идет, все классно, рукава вот не хочет такие, все. Да, вот. Ну, то же самое, вот я блузку себе заказала с такими же рукавами, я понимаю, что я не застану, нигде не смогу в ней побыть, это неудобно, но это, конечно, пик последней моды, но вот, не знаю, пока мы не готовы носить такие вещи. Далее, значит, трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. На мне цвет бежевый, размер 46, состав 60 хлопок, 20 нейлон, 15 вискоза, 5 шерсть. Да, все нравится, все здорово, все классно. Я довольна, я оставляю, вязка нравится, облегает фигуру, приталивает немножко. 46-м размером я не ошиблась, потому что если бы я заказала на размер больше, она бы на мне висела. А так, в принципе, видно, что, да, по фигурке она хорошо сидит. Так, сейчас на Катюшке трикотажный джемпер с укороченным рукавом для женщины. Артикул 195-504, цвет серо-голубой, размер 42, состав 40% акрил, 30 нейлон, 20 вискоза, 10 ангора. Катюш, твой выход? Все то же самое, что и с предыдущей кофты. Потому что они одинаковые, только цветом отличаются. Ну, все понятно.
Да, то есть далее, значит, трикотажное платье с длинным рукавом для женщины на мне. Цвет бирюзовый, размер 46. Состав 60 хлопок, 20 нейлон, 15 вискоза, 5% шерсть. Артикул 194-28. Нет, 194-828. Ну, что могу сказать, мне оно тоже очень понравилось, и подруги на мне его посмотрели, сказали, очень-очень красиво, здорово, да. Ну и, в принципе, классно так, классно одеваться и просто зарабатывать дома. Сейчас на нас утепленное пальто для женщины, цвет темно-синий, размер 44, верх 100% полиэстер, подкладка тоже, утеплитель тоже, артикул 195-294. Катюш, ну давай, пиши свои ощущения. Карманы глубокие на пуговице, на этих, на кнопочках. Нравится тебе? Да. Будешь носить? Буду. Будешь, да? Хочется, чтобы приталенное что-то было? Нет. Очень интересный капюшон, продемонстрируй его. Он вот такой огромный. Здравствуйте. Это на Чебурашку. Да нет, ну что, сейчас скажешь опять про Чебурашку, она носить его не будет. Да, как застегивается, покажи. Да, вот тут вот пуговка в этом месте, оно так застегивается. Можно носить так капюшон. Можно расстегнуть, носить вот таким вот образом, то есть если жарко вдруг, да, где-то. Честно скажу, в этом пальто ходила я вчера по улице, пока ждала, пока мне приедет дубленка, оно мне тоже понравилось. И 44 размер мне тоже сел хорошо. Потом, значит, прикол был в том, что свекровь померила 44 размер, она 52, да, и ей тоже понравилось, и на ней тоже сидит хорошо. Мы были все удивлены, конечно, но Катя сказала, нет, это моя курточка, мы хотели отдать, так как она большемерка, хотели отдать свекрови, но Катя сказала, что курточки так должны быть, что они не должны быть в обтяжку, так далее, и так далее. Да, Катюш, будешь носить? Буду. Будешь, да? Ну, вот такая вот вещь. Покружись немножко. Сейчас на нас утепленная куртка для женщины, цвет черный, размер 44, состав вверх, подкладка, утеплитель, все 100% полиэстер, артикул 195-289, не отрывая бирочку, тут маленькая пуговка идет в запасике, не знаю, видно, Антош, не видно на камеру? Видно. Видно, да, все хорошо. Тоже идет от Валентины Юдашкина, вы знаете, никаких нареканий к ней нету, но Катерина ее сдает назад. Кать, покажи карманчики. Вот такие маленькие. Да, карманчики маленькие. Так, рукав прямой, кстати, очень даже длинный. Тут у нас идет прибавлять, то есть можно затянуть, носить как бы как на талии. Замок очень хороший, классный. Возвращаем мы ее, потому что Кате не нравится, что попу видно сзади. Она не хочет, чтобы так было. Она думала, что курточка ей будет немножечко ниже. Да, вот немножко ниже. Вот. Ну, в принципе, заставлять носить я не буду. Хватит нам одной синей. Вот. Но, в принципе, как вы видите, моделька, да, если вы не стесняетесь показать свою попу, то очень даже симпатичная. Катюш, покружись немножко. Хочу показать такую красоту. Платье с укороченным рукавом для женщины. Цвет черный, размер 48, 100% полиэстер. Ну, что могу сказать? Отличнейшее платье, но я под него забыла подклад купить. Я не подумала, что подклад будет, как вам даже сказать, да, посмотрите, какая ткань шикарная, да. Я не думала, что подклад будет нужен. Я не обратила на это внимания, потому что модель была, в принципе, это сейчас зад, да, замочек вот такой есть. Очень-очень оно красивое, очень классное. На мне тоже село здорово. Да, но я вам покажу его только вот так вот. Вот, и честно сказать, немножко и расстроена, но пока моего размера под одевалки есть, то я обязательно закажу. Вот такая вот красота, девчонки, на Новый год, еще куда-то, какое-то застолье, на сцену за чеком, да куда угодно, просто классно, просто стильно, просто здорово. И еще бы мне вам хотелось показать, так, сейчас я эту красоту положу,
Вот такие вот штаны. Показывать их на себе я не буду. Они на мне сели нормально, но я их тоже возвращаю назад, потому что в талии они мне не застегнулись. Вот отсюда место, да, вот до сюда мне не хватило, чтобы достало до талии. Вот почему-то такой интересный крой. Когда я их одеваю, чтобы они застегнулись на талии, они мне очень сильно впиваются в попу, да, то есть мне нужно их с огромной натяжкой натягивать, чтобы до талии достало, где вот у меня как раз вот это вот тонкое место. Они садятся сюда, а тут они мне мало, к сожалению. И когда я их застегиваю, у меня прям вот так вот все выпадает. И как бы они красивые, они очень хорошо попу стройнят. Пиджак от этих штанов я оставляю, но сами штаны, в принципе, очень хорошо смотрятся, классные. Вообще никаких к ним нареканий нет, но они под определенную фигуру, уж точно не под мою. Потому что если я закажу на размер больше, то вот в этих вот местах они и так на мне немножечко висят. А если я закажу больше, то тут вообще будет слишком свободно, а зато застегнется тут на талии. Поэтому это надо пробовать. Оно смотрится классно, оно реально стройнит и очень сильно стройнит. У нас был региональный форум, и там ведущая этого форума, она именно была в таких штанах. Божечки, как красиво, как здорово, как классно. Это значит 48 размер, цвет ярко-синий, артикул 195-566, состав 58 полиэстер, 38 вискоза, 4 эластан. Очень красивые штаны, очень. Тут есть 5 петелек, как вы видите, под ремешочек, да, вот и одна еще посерединке. Тут они застегиваются, пуговка, и потом еще вот на такую железную заклепочку, то есть они не увеличивают талию, тут нет вот этой железной кнопки, замочек аккуратненький, но все здорово, все классно, просто не под мою фигуру, просто не под мою фигуру, и на размер больше я знаю, что мне не подойдет, потому что они мне в ляжках, в попе, они не в обтяжке. Сейчас на нас вот трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины, перед вами Антон Кононов, мой муж. Цвет серый меланж, размер 56, состав 60% акрил, 35% нейлон и 5% шерсть. Ну что могу сказать, свитера классные, клевые, крупная вязка, очень хорошо смотрится. Мне очень понравился и синий, и белый. Просто изумительно смотрится. Сейчас перед нами трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины. Цвет темно-синий, размер 56. Состав точно такой же, как у предыдущего свитера. 60 акрил, 35 нейлон, 5 шерсть. Артикул 194-533. Напишите в комментариях. Мне все свитера очень нравятся, классные. И вот вы сейчас увидите белый, он вообще лучше. Сейчас перед нами трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины. Цвет белый, размер 56, 60% акрил. Так, минутку. 60 акрил, 35 нейлон, 5 шерсть. Артикул 194-515. Ну что, Антоха, три свитера перемерил. Я так понимаю, все оставляем? Да, оставляем. Ага, а как тебе ощущения? Уютно, удобно? Да, тепло. Ага, остается. Тепло, да? Да. Ну, а тебе как нравится? Ну, то, что единственное, как-то простоватый белый, он непрактичен. Белый непрактичен, да. А синий с серым? Синий с серым, да, практичен. Будешь носить, да. А этот, наверное, будешь всех реже одевать. Да. Ну, я так и подумала. Но мне очень хотелось, чтобы ты его попробовал. Вот. И он на тебе смотрится хорошо. Он тебя освежает, тебе очень идет. Вот. Ну что ж, всем спасибо за внимание. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Сегодня в съемках участвовал мой муж Кононов Антон и свекровь Ираида Геннадьевна и дочка Екатерина Шишкина. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем дальше снимать обзорчики.